сосновый бор неподалеку от моего участка. Поехал прогуляться. И вот грибы специально, конечно, не собираю, как уже неоднократно говорил. Но случайно встретил вот здесь, в сосняке, опята. Вот такие опята. Молоденькие, симпатичные. Вот он, опенок. Обыкновенный, настоящий опенок. Очень интересно, конечно. Ну, посмотреть можно еще немножко. Специально мне некогда, конечно, их искать. Ну вот, посмотрел. Еще вот опята. Вот они. Одиночные такие. Никаких ни берез, ничего в округе близко нету. А опята растут. Конечно, каждый собирал опята, знает, как они обычно любят расти среди берез. А вот здесь сосны. Ничего больше. Мох, правда, какой-то. И вот опятки. Вот еще один маленький опеночек. Интересно. Вот такой вот. Возьму немножечко, чтобы показать дома, что грибы в лесу есть. Да и вам тоже показать можно. Вот еще опенок. Это, по-моему, какие-то старые уже. Вот так. Сосновый бор не перестает удивлять. Опята в сосновом бору. Ну, а любители грибники, безусловно, набирают их побольше. Вот еще опятки. Интересно. Такие вот симпатичные грибочки. Может, еще походить? Глядишь, и на сковородку наберу. Или на супчик. Вот уже сколько собрал. Вот еще опенок. Они какие-то одиночные, что интересно. Редко, конечно, такое бывает с опятами. Но все-таки цель у меня другая. Поездки в лес. Поэтому на этом сбор грибов заканчиваю. И попутно встретил еще настоящих грибников, которые набрали отличных белых грибов. Тоже вот здесь, неподалеку. Ну, правда, с утра они ходили. Любезно согласились мне их показать хотя бы, поскольку я их не собираю. Да? Вот такие вот замечательные грибочки в нашем лесу-то. Люди собирают настоящие грибники. А я только собираюсь ездить. Вот это гриб-боровик. Далеко. Далеко полянку найдешь. Ну ничего, что далеко. Потом можно. Топаешь, топаешь. Я вот же, видишь, у меня есть мини-техника. Я машину поставил, да поехал. Вот и крупные есть, есть и совсем малехонькие, видать, недавно выросли. Самые симпатичные грибы, а боровички. Их не видать, их шляпа торчит одна. Белый гриб, ага, они же ножки толстые, они в хвое. Где мох, шляпка торчит. Ну что скажешь? А где вот елка одна, бугорок. Подымешь поганка, а тут раз, а там вот такой стиль. Здорово. Шли за груздями, белых набрали, да? Да нет, почему, за белыми. За белыми. Ну что скажешь, молодцы. Вчера поменьше чуть-чуть. Ага. Надо, наверное, и мне. Ага. Ну, спасибо большое. Хоть на грибы посмотрим. Вот такой наш сосновый бор. И грибов можно набрать. И брусника, говорят, уже поспела. За барнаулку можно за ней идти. Так что лес наш кормилец. Уж не говоря о том, что он нас снабжает чистым воздухом. За что ему большое спасибо. Ну, в конце пожелаю всем тоже посещать лес почаще, не вредить ему, а всячески помогать. И он вам отплатит добротой. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания. И конец этой истории. А ездил я за песком. На речке набрал немного песочка. Под некоторые культуры с осени вношу. Так вот, под занавес этой истории
около прямо моего участка обнаружил тоже грибы. Это дождевики. Вот такие грибочки. В сущности, они тоже даже съедобные. Ну, конечно, я их собирать уже не буду. Вот такая вот интересная история с грибами. В принципе, здесь и сосны растут. Так что и здесь могут грибы расти. Как-то мне тут попадали шампиньоны. Ну, может быть, еще и другое что-то вырастет. Такие интересные истории с грибами.